Ушел молодой, не он, эштекене, ойлонгон жокмун. Амантур Бакиров – герой дня. Он спас жизни двух детей. 8 января во второй половине дня в дежурную часть городской милиции поступил звонок о том, что в пруду тонут дети. Участковый уполномоченный милиции ОВД города Балхчи старший лейтенант Амантур Бакиров со своими коллегами сразу же бросился на помощь. Ушактан чалды, имей Курманалиев, Уланбайке, дежурный жардамчысы. Я с напарниками Байболотом и Темирланом сразу выехали на место происшествия. Мы увидели, что только один мальчик держался на поверхности воды. Я снял верхнюю одежду и бросился спасать его. Я спросил у него, где второй ребенок. Выяснилось, что он уже под водой. Вода была ледяная, а сам пруд глубоким. Лед доходил до моей шеи. Я почувствовал, как моя нога задела руку второго мальчика. Я сразу поднял ребенка. Таким образом, храбрость Амантура Бакирова преодолела ледяную опасность и спасла сразу две детские жизни. Милиционер рассказывает, что на тот момент ему было важно сохранить верность присяге, обеспечивать сохранность и безопасность граждан. Ушел молодой, мне он еще такой не ойлен, он же ношу ойлен, не гирдим, им джумушу мант перегенденги, им хрызенби. Я ни о чем другом не думал. Моя цель была спасти мальчиков. Я не почувствовал ни холода, ни страха. Когда я вытащил второго мальчика из воды, мне показалось, что он уже не живой. На тот момент мне стало очень страшно, но когда я его нес, он начал дышать. Тогда я успокоился и сильно обрадовался. На пруду 10- и 12-летние братья катались на коньках, однако лед был тонким и под тяжестью веса детей треснул. Братьев затянула ледяная вода, глубина не оставила бы им шансов выбраться, если бы не подоспевшие милиционеры. Мы вчера поехали на пруд. Мы хотели поиграть. Сперва начал тонуть я, потом за мной прибежал мой брат, чтобы меня спасти. А дальше я уже не помню. Очнулся в больнице. Сейчас дети чувствуют себя хорошо, ходят самостоятельно. Спасибо большое милиционерам за оперативную помощь. Я не знала, что мои дети пойдут на пруд, потому что они отпросились у меня погулять во дворе. Про ситуацию мне сообщила учительница, не сказав подробности, попросила быстро приехать на место происшествия. Сейчас дети находятся под наблюдением врачей городской больницы Балхчы. Состояние мальчиков стабильное. По данным городской больницы, здоровью детей ничего не угрожает. Братьев выпишут уже через 2-3 дня. Вчера в 16:00 к нам поступили два мальчика, оба в тяжелом состоянии. Сделали им кислородную терапию, процедуру согревания и разместили их в реанимацию. Мальчики получили необходимые уколы. Сегодня их перевели в отделение травматологии. Отметим, что это не первый героический поступок Амантура Бакирова. 2 года назад он спас 19-летнюю девушку от суицида. Ахмёр Нурдинова, Эльдар Анарбеков, ЛТР, Иссык-Кульская область.